Ей нужнее, чем мне. Однажды мула принес домой кусок мыла и попросил жену выстирать ему рубашку. Едва она намылила рубашку, как вдруг появилась огромная ворона, схватила кусок, улетела прочь и уселась на ветке. Женщина подняла невероятный крик. Мула выбежал из дома. «Что случилось, дорогая моя? Я только собралась постирать твою рубаху, как прилетела большущая ворона и стащила мыло». Мула был абсолютно спокоен. «Посмотри-ка на цвет моей рубашки и на оперение вороны. Ее нужда, несомненно, больше, чем моя, и очень хорошо, что она смогла получить мыло хотя бы и за мой счет».